комплекс профилактических мероприятий, и в первую очередь они направлены на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. При проведении рейдов полицейские акцентируют внимание водителей и пешеходов на соблюдении правил дорожного движения. Доводится до горожан и статистика ДТП. Также особое внимание на маршрутах патрулирования инспекторы уделяют нарушениям, связанным с соблюдением ПДД самими пешеходами. На контроле и вопрос перевозки детей. Госавтоинспекция города Сочи обращается к нашим водителям. Будьте предельно внимательны при появлении детей на дорогах. Соблюдайте правила перевозки детей. Используйте детские удерживающие устройства. Родители, подавайте пример нашим детям. Соблюдайте правила дорожного движения. И помните, что неукоснительное соблюдение правил дорожного движения – это залог безопасности и нас, и наших детей.